Привет всем! Ну вот у нас уже середина октября. Дачно-садово-огородный сезон 2021 года завершен уже официально. Все в теплице прибрано, почва перекопана, внесены все удобрения. В огороде тоже уже вроде бы как чистота и порядок, поэтому самое время, конечно, уже начать выбирать, соответственно, то, что мы будем сеять на следующий год, на, соответственно, сезон 2022 года. Прежде чем мы начинаем выбирать, что нам там приглянулось и понравилось, конечно, нужно все пересмотреть то, что у нас есть. То есть все наши, соответственно, пачки семян, все просмотреть. В наличии хорошие семена, их, соответственно, мы оставляем. Какие-то, которые с истекшим сроком годности, их, конечно, выбраковываем. Но, например, огурцы, томаты, их можно сеять и после истечения срока годности. В принципе, баклажаны тоже всходят. Поэтому то, что нам пишут производители на упаковках, не всегда на это нужно прям вот 100% ориентироваться. Поэтому нужно все пересмотреть. И тогда уже, соответственно, чего вам не хватает, вы это начинаете выбирать и там в каких-то магазинах, либо же заказывать интернет нам в помощь, соответственно. Сегодня я вам расскажу вот про этот сайт 7 семян. Здесь мы заказываем семена уже 2 сезона, то есть вот прошлый год, этот год, соответственно, все семена были, которые посеяны у нас, все это вот с этого сайта. Вот их такая вот коробочка. Когда семена вы заказываете, только семена, тогда приходит не такая вот картонная коробка, а обычная такая вот, как обычный такой пакет. А когда семена заказываете и какие-то удобрения, еще что-то там, какие-то средства обработки, приходит вот такая вот коробка. Ну, в принципе, все в целости и сохранности. Почты России. Все, в принципе, всем этим довольны. Раньше были скидки 7%. То есть тем, кто первый раз заказывает семена, им 7% на практически каждый товар скидка. Сейчас тем, кто ни разу не заказывал на этом сайте, существует такой промокод «Привет». Соответственно, можно его ввести, когда будете оформлять заказ, и вам придет скидка 150 рублей. Вообще, другими никакими сайтами ни разу не пользовались. Всегда вот, ну, 2 года заказываем вот здесь. То есть 3 посылки нам приходило от 7 семян. Качество отличное, семена с хорошим таким запасом по сроку годности, то есть их можно сеять и в этом сезоне, ну, который у нас будет, соответственно, и в следующих. Это очень, кстати, хорошо. То есть приходили вот семена в этом году, точнее, в прошлом году, 2023 срок реализации, 2022, то есть хороший такой запас именно по сроку годности. Семена, то есть не вот один сезон и все, и их выкидываем. Также, что еще понравилось, то, что, соответственно, нам приходит еще и подарок. Ну, конечно, не всегда этот подарок нужный может быть, но все равно вот такой приятный какой-то бонус, что какой-то товар вам придет именно подарком, именно вашему заказу. Что еще? Бывают такие вот у них скидки, черные пятницы, когда все товары, ну или часть товаров, соответственно, часть, наверное, будет именно по, ну, такой вот скидочной системе, там цена будет снижена. Но, честно сказать, мы ни разу под эту скидку не попали. Как-то вот так нам не подфартило в этом плане. Поэтому, ну, 7%, соответственно, была скидка у нас. И затем тоже начисляются бонусы. И эти бонусы, соответственно, мы списываем при следующем заказе. Еще есть один такой приятный момент, так скажем. Это то, что после того, как вам придет заказ, вы можете оценить, соответственно, качество посылки на Яндекс.Маркете. Вот там нужно тоже как-то зарегистрироваться, я уже не помню точно. И тогда вам еще придет скидка, ну не скидка, вам придет, вернут 100 рублей. Вот такой еще тоже маленький плюсик этого, соответственно, отличного интернет-магазина. То есть огромный выбор семян, конечно же. Есть семена дорогие, есть семена дешевые. Но не значит, что если они дешевые, значит они плохие. Нет. Семена хорошие, нужно выбирать, нужно искать. То есть на любой кошелек, какой вы хотите, соответственно, товар, такой вы выбираете. То есть из тех семян, которые не слишком дорогие, с них тоже можно выбрать очень хорошие, качественные. Все торговые марки, какие только возможные, Элита, Сидек и
поиск и, соответственно, семка, там какие только семка, правильно как называется. В общем, всякие разные торговые марки выбираем. Там какие-то коллекционные вроде бы какие-то томаты есть такие вот прям. В общем, очень много выбора, но нужно уметь именно выбрать. Потому что прям вот так вот. Ух ты, что упало. Сперва свое нужно, конечно, все перебрать, все упаковки, все просмотреть, чтобы лишнего не набрать просто-напросто. Потому что если, конечно, это все не пересмотреть, соответственно, можно вот так вот нахватать, а потом это куда, соответственно, сеять и где это высаживать. Поэтому нужно все прям обдумать, чего, сколько, зачем, почему, и тогда только, конечно, выбирать. Ну так, в принципе, главное, что все всходит. Все растет, вот два сезона снимаем видео, и все эти два сезона можете заметить, что урожай отличный, но нужно уметь выбирать. Поэтому не хватаем сразу, все обдумываем, даже потом, когда вы набрали, соответственно, вот все там в корзину, соответственно, мы складываем по сайту, поэтому выбираем еще раз, обязательно все проходите, просматривайте, нужно, не нужно, прям нужно обдумывать, потому что не обдумаешь, закажешь, это все пролежит. А зачем это надо? Поэтому нужно прям вот, как в той пословице, правда, 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. И еще вот одну мысль сейчас, чтобы не упустить. Соответственно, вот, конечно, сумма посылки вот этой, она будет еще вам больше или меньше, в зависимости от того, где вы живете. То есть мы живем в Новосибирской области, у нас свои расценки именно доставки Почты России. Если выбрать, соответственно, какие-то тяжелые такие вот удобрения, там, например, по килограмму есть, по 700 граммов, всякие разные такие вот граммовки у них, сумма посылки может вырасти с 350, например, рублей до 500 или 550. То есть нужно не прогадать. Можно отцепить вот этот тяжелый товар, и, соответственно, мы уменьшим нашу сумму итоговую, которую нам нужно будет заплатить или на почте, или, соответственно, мы сразу оплачиваем картой сбербанковской или там любой другой. То есть нужно все прям оценить. То есть мы можем, как бы, так сказать, прогадать и купить какое-то, например, удобрение какое-то. Нам оно обойдется, не, например, не в 70 рублей, а в 270. Потому что сумма посылки вырастет за доставку Почты России. Поэтому здесь тоже все вот это просматривайте. Ну а так, в принципе, главное, что семена качественные приходят. Выбор огромный, выбираем, смотрим, соответственно. Будем мы делать заказ, скорее всего, к декабрю. Соответственно, весь практически ноябрь можно совершенно спокойно вот выбирать там, как когда-то выбрал, там что-то когда-то не выбрал. В общем, думать, раздумывать и только потом уже делать заказ. Мне кажется, это очень хорошая такая вот позиция в плане того, что нужно какой-то срок. Вот зашли там сегодня, что-то повыбирали, через какое-то время там еще зашли, повыбирали, соответственно, по именно наличию времени. А затем уже сделать заказ, все прям просмотреть, обдумать и заказать. Ну и, конечно, пересмотреть всю старую. У кого хорошая память, те, конечно, могут этим не заморачиваться, но у кого уже семян очень много, и вот это все, конечно, это все нужно будет, конечно, перебрать, посмотреть, чего хватает, чего не хватает. И заказать. Другими никакими интернет-магазинами не пользовались. Там очень много, конечно, есть. И сиц-посты, и всякие там остальные. Но там, мне кажется, там большая граммовка. И цены, соответственно, тоже не такие уж прям маленькие. А из-за пачки, потому что пачка бывает большая. Вот, мне кажется, там идет и цена побольше. Ну, вот, за удобство все. Кому что удобно, тот тем, конечно, тем и пользуется. Поэтому какие еще там бывают разные акции, можете попасть под разную акцию, соответственно, вот этим 7 семян, там и на помидоры скидка, и на какие-то опрыскиватели, на какие-то удобрения, поэтому вот под что попадете, как говорится, не прогадаете, если закажете. Попробовать стоит, конечно, по крайней мере, семена, вот, например, клубники, они, конечно, очень такие вот капризные, так скажем, их только можно сеять, соответственно, вот собрали их и в этот год желательно посеять, потому что схожесть теряется. Все семена, которые в прошлом году заказывали, они пришли с отличным сроком годности. А это очень важно. Поэтому хорошие семена, хороший интернет-магазин,
присмотритесь, может быть, вы там сделаете свой первый заказ и получите вот такой приятный бонус, как скидка 150 рублей на ваш заказ. Поэтому не реклама, просто вот заказываем, и, соответственно, приходят хорошие семена, отличный урожай, все хорошо, все замечательно. Поэтому всем, кому видео такое понравилось, было интересным, полезным, обязательно подписывайтесь на наш канал. Будем много всего интересного выращивать и просто что-то интересное, конечно, показывать. Всем добра, мира, благополучия. Всем пока-пока.